Опять мне звонят, этот грифер мне звонит. Седжа мне звонит, это в дверь. Они стучат в дверь, все, я пошел открывать. Здравствуйте, старший лейтенант полиции Петров Дмитрий Сергеевич. Вы нарушаете закон, выражаете нецензурные брань. Делаете это на каком-то сервере, в какой-то игре Майнкрафт. Показали нам свой компьютер и сервер. У вас есть привилегии сервера. А что я сделал? Ну вот я сейчас играю, ничего не делаю. Я сейчас играю на сервере, видите, смотрите. Нам необходимо, чтобы у вас не было владельца этого сервера. Приносим первое предупреждение. Что делать? Что мне делать? Откуда у тебя владелец? Я у тебя его забирал. Я с создателем сервера разговариваю. Пускай забирает свои админы. Да нет, не надо, не забирай. Друг, если ты хочешь так же, как и я, снимать антигрифф шоу и набирать миллионы просмотров на YouTube, тогда становись владельцем сервера на сервере Сержо Краб. У тебя будут практически все права опки и доступны куча команд сервера. Телепортирующий грифферу. Пока он не видит, выключи себе префикс. И грифер будет думать, что вы обычный игрок. Или установи себе абсолютно любой префикс. Это будет выглядеть примерно вот так. Также ты сможешь превратиться в абсолютно любого моба. Ну, например, в зомби-свина. Затем сетни грифер и его сундуки с алмазами. Начни ломать его дом. Затем создай варп и напиши на весь сервер, что здесь находится грифер. И наблюдайте, как куча людей убивает его дом. Так что дайте мут грифер, чтобы он ничего не смог сказать. А еще ты сможешь вычислить IP грифера с помощью команды SYN. Прописывайте команду в чат, и вам выдается IP настоящий грифера. Затем посадите грифера в тюрьму, а затем забаньте грифера. Становись владельцем сервера, у тебя будет огромное количество прав на сервере Сержо Краб. В 6 лет и сейчас действуют огромные скидки, 97%, поэтому не упускай свою возможность. Ссылки в описании ролика. Опять мне звонят, этот грифер мне звонит. Что-то, наверное, случилось, или какие-то, может быть, новости. Надо скорее брать, пока я на сервере. Алло, Седжа, мне звонит кто-то в дверь, мне полицейский звонит. Алло, зачем? В смысле? Так, подожди, я ничего... Я не знаю. Они стучат в дверь еще. Я ничего не понимаю, в смысле? А ты сам где, ты дома? Да, я дома, они звонят в дверь. Ты уверен, что это полицейский вообще? Ты смотрел? Да, я смотрел, мне открывать дверь или нет? Я не знаю. Открывай, ну если это сотрудники полиции... А где мама где? Мама где? Мама в тюрьме, ее еще не выпустили. В смысле? Блин, все слишком спонтанно, я не могу... Сейчас, я пошел открывать. Давай скорее. Какой-то... Здравствуйте, старший лейтенант полиции Петров Дмитрий Сергеевич. Мы выяснили, что вы нарушаете закон, выражаете нецензурной бранью в интернете. Делаете это на каком-то сервере, в какой-то игре Майнкрафт. Нам необходимо. А что случилось? Чтобы вы показали нам свой компьютер и сервер. И показали, что... Офигеть. У вас есть привилегии сервер. Офигеть. А что я сделал? Ну вот я сейчас играю, ничего не делал. Вот у меня привилегия на сервере. Алло, ты играешь? Ты сейчас на моем сервере, что ли? Да, я сейчас играю на сервере. Видите, смотрите. Нам необходимо, чтобы у вас не было владельца этого сервера. И мы выносим... Первое предупреждение. Если... Да не надо. Жалобы, да нет. Или звонки, то мы заберем компьютер и наложим на... Стоп, ваш... а ты... А сейчас... Сержа, что делать? Что мне делать? Откуда у тебя владелец? Я у тебя его забирал. Ты почему опять... Я с создателем сервера разговариваю. Пускай забирает свои... Да нет, не надо, не забирай. Не надо, не забирай. А какой у тебя ник, скажи? Я заберу сейчас. У меня Саша Геймер, не забирай мою админку. А где ты? Да не забирай админку, пожалуйста. Да нет. Ты... Я еще немного поиграю, ну пожалуйста. Саша Гейм, ты 2005? Да, это я, все, я забираю, все. Я вообще компьютер. Подожди. Я что-то ничего не понимаю. Что происходит? Что сейчас было вообще? Алло, стоп. Стоп. Да, нет сети. Да что было? Как? А почему он вообще... У меня на сервере, вот его ник, смотри. Саша Гейм 2005, я вот к нему телепортировался. Стоп, он, во-первых, не должен быть привилегией. Сейчас. Пекс юзер. Саша Гейм. Сет плеер. Вот так надо делать. В скором порядке. Надо лишать привилегий. Где он? Где он? Все, плеер not found. Все, вообще, все, его нет. Я лишил его привилегии. Я не понимаю, что происходит. Сотрудник полиции пришел. А зачем мне тогда звонил? Зачем мне звонил? Чтобы что? Сказать, чтобы я ему помог? Чем помог? Он не должен быть привилегией на моем сервере. Я ему лишал кучу раз. А тут пришел, короче, полицейский. И вы слышали, что он сказал?
Владелец серы, привилегии серы. Откуда у полицейского столько информации? А потому что он просматривал ролики. У него в задании, в протоколе написано, что он должен делать. Охренеть, я сейчас в шоке. То есть сотрудник полиции, получается, забрал, как бы так сказать, владельца серы, вот эту привилегию, который Грифер опять купил. Пришел домой и проверили, и забрали. Офигеть! То есть эта привилегия, она известна этим сотрудникам, известна этим полицейским. Владелец сервера, офигеть! Я не знаю, что делать. Ну, подождите, да, давайте попробуем еще раз позвонить. Сейчас, может быть, он здесь появился. Но его нет в сети. Вот, его нет сейчас в сети. То есть, кому звонить? Он ушел. То есть, зачем он мне звонил, я не знаю. Но я был на сервере в этот момент, я был на спавне, и он был передо мной где-то здесь летал. В общем, дорогие друзья, я не знаю, что это было, но... Получается, полицейский забрал админку. Ставим лайки, поддержим. Я не знаю, в общем, что вам сказать. Это было очень неожиданно. Я вообще, я офигел. Офигеть. В общем, друзья, заходите на сервер, играйте, IP в описании ролика. Здесь всегда происходит какая-то вакханалия, какая-то вообще что-то невероятное. Люди в тюрьме сидят. Люди, вот, вот смотрите, владелец сервера сидит в тюрьме вообще, какого-то хрена вообще, что он там делает, что происходит вообще. Админки раздаем бесплатно, получайте админки бесплатно, снимайте антигрифер шоу также, ловите гриферов, вообще ужас. Куча всех возможностей. Все, всем пока, друзья. Спасибо за внимание. Вы, конечно же, хотите получить админку абсолютно бесплатно на нашем сервере или даже основателя сервера. Просто пишите команду в чате free, заходите на наш сервер и смотрите, что вы можете бесплатно получить донат за время и донат за убийство. Донат за время можно получить випку, админку или основателя. Нужно всего лишь отыграть пару часов. Лично я сам отыграл уже 656 часов. Это 3 раза больше, чем вот самая крутая привилегия. Также можете получить бесплатно админку за убийство. Вам нужно совершить 20 убийств, чтобы получить ключик от кейса, из которого может выпасть VIP, премиум креатив, админ, суперадмин или основатель сервера. Сейчас в эти дни действует огромный процент выпадания основателя сервера. Играйте, убивайте на PvP игроков, набивайте часы, получайте бесплатные админки. Это ли не чудо? Поэтому, друзья мои, сейчас нахожусь на сервере Сержу Крафт. IP в описании ролика. Просто заходим и пишем команду free и получаем бесплатный донат. Всех жду на сервере. Вот я на спавне. Всем спасибо, всем пока, друзья.